Сегодня я сажаю каштаны. Их я привез из Крыма. Очень много привез их. Сегодня 7 ноября. И я решил их посадить в грунт. Буду сажать их экспериментально. Некоторые я посажу. Один ряд я посажу вот так вот бочком их на глубину примерно 2-3 сантиметра. И расстояние между ними сантиметров 8-10. Так, второй ряд я посажу таким вот образом, попкой вниз, нижней частью. Вот у меня будет таких вот два ряда. Один ряд я сажаю боком. Второй ряд я сажаю нижней частью вниз. Два ряда, 26 штук. Посажу я их. Потом накрою их соломой. И на зиму так оставлю. На следующий год посмотрим, что из них проросло, а что нет. Все, друзья, всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал и желаю всем удачи, добра и хороших урожаев. Пока-пока.